Всем привет! Сегодня готовим сочные отбивные из куриной грудки. Рецепт проверенный, так что смело присоединяйтесь, но обязательно подпишитесь на мой канал. Филе куриное нарезаем на кусочки, раскладываем на доске в один ряд, прикрываем пакетом и начинаем их лупить слегка. Каждый кусочек. Это у меня йодированная соль сазона, она с зеленью, чесноком чуть-чуть присолить. И начнем готовить кляр. Посуду разбиваем 2 куриных яйца. Немножко, чуть-чуть, буквально соли, чуть-чуть. Перчика черного молотого. 2 столовые ложки соевого соуса. Разводим в маленькой тарелочке, в пиалочке, столовую ложку кукурузного крахмала. Наливаем 2 столовые ложки воды комнатной температуры. Все размешиваем и сразу вводим в кляр. Добавляем чеснок 4 зубчика, можно свежих, или чайную ложку сухого чеснока. Тоже очень вкусно будет. Все перемешиваем и кляр готов. Теперь все кусочки филе мы отпускаем в этот кляр. Я еще добавила 2 филе, нарезала точно так же. И на 20 минут оставляем мариноваться. Так, периодически перемешивая. Все, ждем 20 минут и потом идем к сковороде. И начинаем обжаривать на растительном масле по 3-4 минутки с каждой стороны на среднем огне. Масло обязательно должно быть разогрето. Вот и все. Вот так просто и вкусно можно приготовить отбивные из куриной грудки. Можно сделать и большие кусочки, но мы любим маленькие. Они и промаринуются быстрее, и прожарятся. Отбивные получаются нежными и сочными, и нисколько не сухие. Рецепт проверен, можно пользоваться. Пишите комментарии, как вы готовите, какой делаете кляр, чтобы куриная грудка была нежная, мягкая, сочная. Кто-то кляр делает на майонезе, на сметане, тоже очень вкусно. Но мой внук любит такие. Завтра поеду к нему в гости и отвезу ему гостинец. Напекла ему тоненькие блинчики и сделаю ему морсик из клюквы. Ну а пока с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем пока-пока. Жду вас на новое видео. Всех люблю. Здоровья, мира и добра всем.